С этой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря, потому что, конечно, сложиться практически времени нет, и потащить его... Великолепный удар, великолепный гол. Мощнейший удар, пушка просто, у вратаря нет шансов. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, невероятный гол. И максимально строг судейский вердикт, как говорится, позвольте вам выйти вон. Опасный подкат такие однозначно наказывают штрафным ударом. Ах, какой опасный все-таки подкат. Ну нельзя. Когда просто нормально, качественно пробивает пенальти игрок, у вратаря шансов практически нет. Реализации примерно так и надо бить пенальти. Уверенно он подошел к мячу, очень хорошо пробил. Вратарю оставалось только мяч из сетки вытащить. Это гол, и это ничья. Есть возможность нас посмотреть на этот гол с другого ракурса. И это гол, и пока еще рано списывать со счетов соперника, и пока они обнимаются, кажется. Блестящая атака привела к не менее великолепному голу. А ведь с первым ударом вратарь справился, но где были защитники? Почему они не выбили этот мяч? Куда-нибудь, ну куда-нибудь подальше. И звучит финальная свисток. Я бы не сказал, что просто вот реализовали чистый перевес, потому что, сдается мне, это банальная фраза. По-моему, просто лучшая игра. Да, мы против банальностей, но в статистике все равно останется именно победа при численном преимуществе. Это была отличная игра. Увидимся на следующем матче. С вами был Юрий Розанов.